Сейчас я вам сделаю расклад, что вам принесет летнее солнцестояние. Будет три варианта. Давайте так. Карты уже потасованы. Первый. Второй. И третий вариант. Поаккуратнее я все это разложила, чтобы вы выбрали. Итак, первый, второй или третий. Если надо, поставьте на паузу, а я начну с первого варианта. Что вам принесет летнее солнцестояние? Свобода. Освобождение. Освобождение от каких-то тянущих вас обязательств, может быть, долгов. Освобождение от негатива. Освобождение от того, что вас гнетет. Второй вариант. Обязательства. Какое-то продвижение в любовной сфере. Переход на новый этап отношений. И третий вариант – равновесие. Спокойствие, равновесие. Состояние, в котором вы будете чувствовать себя наполненным, ресурсным и сможете четко анализировать те события, происходящие в вашей жизни, и принимать правильные решения. Ну что, а с самыми удачливыми мы увидимся. Увидимся онлайн на летнем солнцестоянии. Всех жду!